Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем на проекте Родина РП Центральный Округ. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, как вы поняли, сегодня будет очень интересное видео, поэтому от вас нужна реально очень хорошая поддержка. Давайте наберем на это видео 100 лайков, потому что я это сделал чисто ради вас, чтобы снимать контент. Поэтому, пацаны, не ленитесь, просто возьмите, поставьте лайк, и кто не подписан, подпишитесь на канал. Сегодня будет очень интересное информативное видео, я думаю, оно вам понравится. Хотя, думаю, по названию ролика вы уже все поняли, поэтому всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, как, думаю, вы поняли по названию, я встал на пост администратора первого уровня. Почему первый уровень, пацаны? Потому что, ну, для начала это будет нормально. Тем более, я ни разу не стоял на админке на родине. Я именно на админке, получается, стою на родине РП. Первый сервачок. Буду вас всех здесь ждать. Потому что я специально админку взял для вас, пацаны, чтобы снимать контент. Поэтому мне от вас нужна реально максимальная поддержка. Потому что, ну, если вы будете хорошо поддерживать, то в будущем я уже смогу взять админку большого уровня. И мы будем с вами делать реально очень жесткий контент. Ну а сейчас у меня тоже есть большие такие возможности. Я могу следить за игроками, получается, отвечать на репорт. Могу слаб делать, заморозить там и так далее. И также я хочу делать стримы, поэтому, пацаны, ставьте там колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Получается, это видео я записываю в понедельник, если я не ошибаюсь. Ну, вроде бы сегодня, да, понедельник, 5 число. И завтра я хочу сделать стрим. И на стриме мы будем админить, получается, будем там общаться, развлекаться. Поэтому, пацаны, завтра жду всех на стриме. Давайте вам покажу вообще, типа, то, что я реально администратор. Давайте пропишем вот такую вот команду admins, получается. И вот здесь мы видим то, что вот Кирилл Путбулови, получается, младший модератор. Это так админка называется, вот первый уровень, пацаны, у меня. Мне говорили то, что если как бы я захочу, мне дадут админку большого уровня, чтобы у меня было больше возможностей. Но, пацаны, все реально уже зависит от вас. Если будет хорошая активность, если я увижу то, что вам это интересно, то, конечно же, я попрошу админку большого уровня, и мы с вами будем там реально всякие мероприятия делать, снимать всякий контент интересный. Вот, пацаны, я сейчас могу спекать, получается, слапать там и так далее. Я вам не могу команды показать. Как бы, вот есть А-панель, получается, я думаю, можно показывать. Вот, получается, есть А-панель, но мне здесь не все доступно, в принципе. Я включил режим ютубера, потому что, ну, нельзя показывать IP других игроков и администрации. Как бы, я могу машину починить здесь, получается, по-моему. Я сейчас нахожусь в админ-зоне, пацаны. Давайте сейчас с кем-то поспекаем, потому что, ну, как бы это вообще информативная серия, просто, чтобы вы знали, что я стал администратором первого уровня, пацаны. Я считаю, для начала это нормально, потому что, ну, мне нужно сначала привыкнуть, набраться опыта, и потом уже можно будет взять админку большого уровня. Но все, пацаны, еще зависит от вас. Если будет хорошая активность от вас, если будет много лайков, там, позитивных комментариев, то, конечно же, мы будем продвигать эту тему, и я попрошу админку нормального уровня. У нас вот пацаны в казино, в принципе, играют. Как бы вон панелька, получается, есть, с помощью которой можно, получается, людей наказывать. Но банить я не могу, я могу только слапать, по-моему. Могу телепортироваться, могу заморозить. А больше вроде бы я ничего не могу. Вы сами понимаете, админка первого уровня. Возможностей не так уж и много, но у меня уже есть идеи для видосов. Получается, пацаны, идеи у меня есть, но если у вас есть идея, вот, что бы вы хотели видеть, чтобы я снимал? Вот, не знаю, там, может быть, следить ночью за игроками, можно записать видосик, типа, чем занимаются игроки ночью. Ну, типа, идеи вообще у меня есть. У меня есть идеи, как бы, интересные, поэтому я надеюсь, что вам это понравится. Но я все-таки решил записать видео такое информативное, чтобы вы потом не задавали вопрос, типа, откуда у тебя там админка и так далее. Ну, типа, как бы, я и могу на репорт отвечать, но я этого делать не буду, потому что, ну, мод пока что я плохо знаю, хотя на родине играю 2 года. Я надеюсь, пацаны, то, что этот видосик вам зайдет, потому что, вот, честно скажу вам, я попросил админку чисто для вас, чтобы снимать контент. Потому что обычным игроком мне уже просто нечего снимать. Если вам, пацаны, не зайдет админка, то я не знаю, что вам еще нужно, блин, потому что контент обычного игрока я уже просто все снял, все, что можно было. А вот админа, мне кажется, будет интересно. Я постараюсь сделать в неделю 3 стрима хотя бы. Будем реально там админить, в принципе, будем всякие мероприятия проводить между собой. Там догонялочки, возможно, либо еще что-то. Поэтому, пацаны, просто возьмите, реально поставьте лайк, если вам нравится
то, что я стал администратором. И если у вас есть какие-то идеи, можете об этом писать в комментариях. Я все комментарии читаю. Вдруг мне ваша идея понравится, я по этому поводу запишу видео. Я считаю, то, что это реально круто, пацаны. То, что я стал администратором, это реально очень круто просто. Я реально счастлив. Я просто счастлив, пацаны. Надеюсь, вы тоже счастливы, потому что как бы это реально большие возможности открываются, снимать новый контент. Я надеюсь, то, что мы сможем снимать нормальные видосики, какой-то жесткий контент, интересный. Да, понятное дело, то, что, ну, я как бы ютуберский администратор, мне нужно там какую-то норму выполнять, как бы, ну, у меня чисто админка для контента нужна, и все. Все, всем спасибо за просмотр, пацаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте реально постараемся набрать 100 лайков. Я на вас очень сильно рассчитываю, поэтому, пацаны, просто возьмите, вот, поставьте лайк, это секунда дела. Ну и можете подписаться на канал, потому что до лета я хочу добить 20 000 подписчиков.